Рано утром пионер Петя вышел на большую зеленую лужайку и открыл калитку. Сидела Петина знакомая птичка. Все вокруг спокойно, весело зачирикала она. Вслед за Петей, переваливаясь сбоку на бок, показалась утка. Она обрадовалась, что Петя не закрыл калитки. Решила выкупаться в глубокой луже на лужайке. Увидев утку, птичка слетела на траву, села рядом с уткой и пожала плечиками. «Какая же ты птица, если ты летать не умеешь?» — сказала она, на что утка ответила. «Какая же ты птица, если ты плавать не умеешь?» И плюхнулась в лужу. Они еще долго спорили, утка плавая по луже, а птичка прыгая по берегу.
Вдруг Петя насторожился. Он заметил, что по траве крадется кошка. Кошка подумала, птичка занята спором, сейчас я ее сцапаю, и неслышно на бархатных лапках подбиралась к ней. Крикнул Петя, и птичка мигом спорхнула на дерево. А утка из середины своей лужи грозно закрякала на кошку. Кошка ходила вокруг дерева и думала, ну стоит ли лезть так высоко, пока влезешь, ну птичка ведь все равно улетит.